Здравствуйте, уважаемые одесситы! В эфире телеканала «Думская ТВ» проект «Встреча на Думской». В студии для вас работает Всеволод Ананьев. И сегодня у нас в студии гости из Швеции. Это представители благотворительного фонда World Childhood Foundation Брита Холмберг и Сюзанна Драгборг. Здравствуйте! Здравствуйте! Для начала расскажите, пожалуйста, о фонде, его миссии и цели создания. Хорошо. Наш фонд был создан шведской королевой Сильвией 16 лет тому назад. Она создала этот фонд, потому что она считала, что есть проблемы, о которых слишком мало говорят. И она особенно хотела уделять внимание на жестокое обращение, насилие и особенно сексуальное насилие над детьми. И поэтому она решила создать этот фонд, чтобы сначала просто поднимать уровень знания и интерес к этому вопросу, но тоже способствовать разные местные решения этого проблемы. Так что наш фонд финансирует местные организации, некоммерческие организации, которые работают именно с профилактикой жестокого обращения и насилия над детьми. То есть это как защита прав детей получается? Точно. И мы с сегодняшним днем мы работаем в 16 стран. Это включает и Швецию, потому что, естественно, эта проблема есть и у нас. Но и 8 стран в Европе, восточными Европы, тоже 4 страны в Азии, 1 страна в Африке, это Южная Африка. Но тоже мы работаем в Бразилии, США и Германии. Так что очень разнообразные страны. А везде мы работаем с 4 целевыми группами. Это, во-первых, родители или семьи, которые находятся в сложной ситуации, потому что, естественно, мы хотим начать как можно раньше. А вторая группа – это дети, которые уже подвергались каким-то насилиям. То есть как реабилитация. Реабилитация, помощь и тоже профилактика повторные травмы. И потому что мы знаем, что эти дети, у них повышенные риски опять попасть в такую ситуацию. И третья группа – это беспризорные дети. И четвертая группа – это дети без попечения родителей. Мы стараемся финансировать и способствовать альтернативы больших интернатных учреждениях. И тоже наш фонд, ну, как все фонды, у нас, естественно, не ограниченные средства, и поэтому мы хотим, чтобы то, что мы финансируем, дает как можно больше результат. И тогда я имею в виду, что результат больше, чем только то, что мы финансируем. И поэтому мы ищем инновационные методы работы, новые методики, то есть кое-что, которое как двигает уровни знания дальше и развивает как новые методы, которые может или получить финансирование от местной власти или другие доноры, или просто развиваться и распределиться в других странах или внутри страны. Сюзанна, скажите, пожалуйста, а есть ли какие-то особенности непосредственно в Украине, вот какие-то особенные проблемы, которые, может быть, отличают нашу страну? Да, ну, например, мы очень много работаем с вопросами деинституционализации. Говорим, что детский дом – это не дом для ребенка. И, очевидно, здесь уже давно в Украине начали работать с этими вопросами. Уже у вас есть приемные семьи, есть детские дома семейного типа. И мы именно финансируем программы, которые работали с этими вопросами. На данный момент, например, мы финансируем организацию партнерства «Каждый ребенка», Partnership for Every Child в Киеве, которая работает с патронажными семьями. Это как приемная семья, которая в экстренной ситуации может принимать ребенка до 3 месяцев, пока они определяют статус ребенка и как можно помочь, например, тоже биологической семье, чтобы возвращать ребенка в семью. И если это невозможно, тогда чтобы кто-то усыновил ребенок и так дальше. Но в это время пока не совсем знают, какой статус будет у ребенка, тогда оно живет и получает профессиональную помощь, и поддержка, и любовь
в профессиональной семье, так скажем. Можно просто дополнить, так, конечно. Что мне кажется, что это очень хороший пример, потому что этот процесс деинституционализации, очень сложное слово, уже происходит в Украине. Это мы знаем, что, это, что есть поддержка уже на высшем уровне. На высшем уровне. И есть такое стремление. Но мы знаем, что это очень сложный процесс. И поэтому мы можем тоже способствовать тем, чтобы просто дать возможности некоммерческих организаций развивать новые методы, как работать. И особенно, как работать именно вот с биологическими родителями или с тем удобным, вот, с кем ребенок уже живет. Это может быть и бабушка, или дедушка, конечно. Но как можно помогать этим семьям, чтобы не ребенок попал в приемную семью или в интернат, или в другом? Потому что это, естественно, еще лучше, чтобы не ребенок должен расстаться под семьей. А вот почему, на ваш взгляд, вот такие институты, как интернаты, они ну, неэффективны или, наоборот, приносят вред ребенку? Почему? Ну, это не тоже наш клад. Это есть вообще, вот, в принципе, вся наука говорит то же самое. И тоже ООН есть определенные guidelines, я не знаю, как это по-русски. То есть, правила, как бы, рекомендации. И тоже это входит в конвенцию о правах ребенка, что ребенок в первую очередь должен жить в семье. И эти практики, и эти рекомендации, они основаны именно на этой науке, которая показывает, что именно вот эти большие учреждения, большие интернаты, детские дома, они на самом деле вреднее для детей. И с точки зрения здравоохранения, психологического развития, физиологические, то есть насколько они растут даже, и тоже развитие мозга. И мы знаем, что и, естественно, социальное развитие. Но я могу возвращаться к этому. Но мы знаем, есть. Я даже читала сегодня очень свежая статья, вот, которая опубликована в этом году, которая показывает, что именно мозг повреждается, если маленький ребенок попадает в таком учреждении. И тем больше он там остается, тем меньше развития идет. И нужно создать вопрос тоже, как создать семью, как стать хорошим родителем, если у тебя никогда не был опыт, если ты никогда не жил в семью, если ты никогда не смотрел, что это означает любовь между родителями и ребенок. Любовь это тоже иногда, например, означает, что надо встать очень рано, надо идти на работу, надо идти на работу, которую не любишь, например, да, чтобы зарабатывать, потому что любишь свою семью, и надо заплатить там за аренду, за все. А дети, которые, даже если смотришь на детский дом или интернат, и там все красиво выглядит, и действительно люди, которые там работают, хорошие, добрые люди, они любят вот это дети, хотя это не их дети, и хотя это работа, тоже мы все знаем, вот опыт показывает не только в Украине, а по всему миру, что это дети после того, когда они уже уходят с интерната, уходят с детского дома, им очень сложно, они не знают, потому что у них не был личный опыт, как социализироваться. Даже вот с деньгами, с бюджетом, что даже если найдешь работу, даже если кто-то тебе поможет найти работу, никто тебе не поможет, чтобы ты мог остаться на этой работе, чтобы ты вовремя пришел, чтобы ты туда пошел, даже если тебе там не нравится, даже если кто-то на тебя там плохо смотрел, потому что это нужно просто, чтобы получить эту зарплату, если у тебя свой ребенок, вот, чтобы прожить просто. И вот этот опыт мы все получаем, когда, даже не думая об этом, когда мы живем в семье. И мы, ну, именно вот то, что Сюзанна говорила, именно вот эта тесная привязанность к какому-то взрослому человеку, это самый главный защищающий фактор в дальнейшей жизни ребенка. И мы вчера встречались именно с этими патронатными семьями в Киеве. И одна мама, она рассказала о своем 4-летнем мальчике. Она только что
или взяла к себе год назад. Она так рассказала об этом мальчике, вот с такой гордостью, такой любовью, которой я даже заплакала. Я плакала, потому что это же вот именно вот то, что хочется, чтобы у каждого ребенка было, чтобы ты был самым ценным именно для этого человека. И этому мы хотим способствовать. Расскажите о вашем сотрудничестве с местными, с другими организациями в Украине. Есть ли оно? Ну, здесь в Одессе наш партнер – это организация «Дорога к дому». Мы уже 9 лет работаем с этой организацией. Мы финансировали разные проекты совместно с ними. Они очень-очень хорошо работают с разными целевыми группами. С самого начала мы финансировали проекты, где они работают успешно с детьми улиц, дети, которые здесь, в Одессе, жили в подвалах. И они так хорошо с ними работали, что дети добровольно вот, хотели изменить свою жизнь, пришли, были готовы идти или в приют, или чтобы получить помощь, чтобы возвращаться в школу, найти родственники. Многие из них потом пошли в университет, учатся, работают. Они на сегодняшний день, мы финансируем проект с ними тоже, с детьми-переселенцы. Дети, этот проект находится на территории санаториум «Куяльник», и там есть центр, соцпедагог, воспитатель, другие специалисты, которые работают с этими детьми, потому что мы все знаем, что у них тоже разные травмы, разные проблемы. Брит, а вот как вы работаете с детьми как раз из зоны АТО, и с вынужденными переселенцами? Есть ли какие-то особенности вот, работы именно с такой категорией детей? Я на самом деле думаю, что, наверное, Сюзанна лучше на этот вопрос ответит, но я могу сказать немного о том, как наш совет, то есть те, которые принимают решение о том, какие проекты мы будем поддерживать, как они обсуждали. Потому что, в принципе, это не наша как-то главная целевая группа. То есть мы не работаем как-то, в принципе, как в кризисных странах. То есть это исключение такое это получилось? Исключение, потому что мы все-таки не очень большой фонд. И мы, что касается Украины, мы решили, что, наверное, самое главное, что самое важное, что мы можем делать, это продолжать работать именно вот с теми незащищенными семьями и детьми, с которыми мы уже работали. Потому что кризис, естественно, влияет на всю страну. И напряжение, и стресс растет. Наверное, еще больше в этих семьях, и тогда риск для жестокого обращения, как-то плохого отношения между ребенком и семьей еще тоже растет. И поэтому мы решили, что очень важно, чтобы мы просто остались работать с теми партнерами, с которыми мы уже работаем, и чтобы просто чтобы не вдруг перейти именно к этим новым вопросам. Но все-таки наш совет, где еще входит и королева, они очень заинтересованы как-то в ситуации и как-то волнуются за наши как-то сотрудничество вот, партнеров из Украины, и они хотели еще помочь. И поэтому мы сделали исключение, действительно. И решили все-таки помогать вот тот проект, который Сюзанна только что описала, потому что это с партнером, который мы уже знаем, и мы тоже знаем, что они дают как-то комплексную помощь. Это не только материальная помощь, это не самое главное вот, для нас. Мы знаем, это, естественно, очень важно, но есть другие доноры, которые могут дать такой помощь. И еще то, что нам очень понравилось вот с этим проектом, это что там очень довольно большой компонент игры. То есть это дает детям возможность играть и развлекаться, как вот обычные дети должны делать. Это как должно быть естественной часть детства, даже у этих детей. Да. И поэтому мы решили делать возможность такой на приятное детство, да. Вот, раз уж мы перешли, может быть, к способам реабилитации, поделитесь, может быть, вашим опытом, вот как это происходит, может быть, есть какие-то там базовые принципы, по которым работает ваш фонд с детьми, которых необходимо реабилитировать?
А вы имеете в виду реабилитация от чего? Я имею в виду вот уже дети, над которыми либо совершилось какое-то насилие, угу. как угу. вы, скажем так, их обратно возвращаете угу. вот к нормальной жизни? Ну, во-первых, надо сказать, что это не мы делаем, потому что мы найдем наша, то есть экспертиз, угу. это найти хороших партнеров, которые работают в странах, где мы активно поддерживаем проекты. Так что и решения, они могут выглядеть разные в разных странах. Но есть какие-то разные основные принципы. И если мы говорим о травматизировании детей, естественно, очень важно, чтобы они могли найти хороший контакт вот с взрослым. Это может быть психолог, но это может быть и другой mm-hmm. человек. Чтобы просто сначала отдать... Ну, чтобы они себя чувствовали защищенными. Это, естественно, первое. Чтобы это, если это... особенно если мы говорим о сексуальном посягательстве, естественно, чтобы это остановилось. Это первый mm-hmm. шаг. И потом, если мы говорим о реабилитации, чтобы ребенок понял, что то, что происходило, чтобы он понял, что это не его или его вина. Это очень важно. Мы тоже работаем очень много с родителями или вот в сеть социальных контактов, чтобы они не обвиняли, чтобы они тоже поддерживали, и чтобы они могли найти способы защищать ребенка в будущем. И потом, вот как мы говорили, игра, просто продолжать mm-hmm. быть ребенком и общаться с другими детьми, и еще обучение, школа. Мы знаем, это тоже очень важный фактор, чтобы как можно быстрее, чтобы жизнь стала как-то нормальной. Я mm. тоже думаю, что один фактор, который очень важен, это уважение. Mm. Означает, mm. что есть голос ребенка. Yeah. Помочь этого ребенка найти свой голос, показать, что кто-то готов слушать mm. и понимать. Потому что очень часто в многих странах мы видим, несмотря на ситуации, что взрослые люди, mm. специалисты, не специалисты, они не разговаривают с детьми, они им говорят. Mm. Как с равным не общаются. Вот да. именно. Даже вопросы. Я могу спросить, как ты себя чувствуешь? Или я могу спросить, все хорошо? Mm. Если спросишь, все хорошо, в школе все хорошо, тогда mm. ребенок знает правильный ответ. Mm. Правильный ответ – это да. Mm. Быстрый ответ – это да. Mm. Если не хочешь что-то рассказывать, скажи «да», и все будет хорошо. И даже вот такие да? маленькие детали, да, как да. разговаривать с ребенком, как показать, что да. ты хочешь его слушать. Да. И дать, и тоже, да. чтобы у всех было тоже «толаму», да? Терпение, терпение, да. Чтобы было терпение, потому что да. часто тоже люди, даже если они правильные вопросы задали, mm. значит, не такой вопрос, где показано, что они ожидают mm. от них, то потом у них нет терпения, mm. чтобы ребенок сам мог рассказывать. Это мы вообще слышим из всех стран, где мы работаем, mm. что дети говорят... Особенно если речь идет о насилии, это сексуальное насилие или вообще жестокое обращение. Они же не говорят, часто не говорят, потому что часто, наверное, тот, который им плохо, к ним плохо обращает, это, наверное, близкий человек. И они часто не говорят об этом, не хотят говорить. И поэтому для них очень важно, чтобы ты спросил, и еще раз спросил, и еще раз, и еще раз, и тоже показал, что ты готов слышать, ответить. И ты остаешься. И в этой связи следующий вопрос. А как вот вы находите таких детей? Либо они сами приходят, либо вот при помощи, опять-таки, фондов. Расскажите немножко об этом. Ну, это опять, как я сказала, это не мы делаем, это не мы работаем напрямую с этими детьми. Потому что мы приезжаем и уезжаем. Так что мы не должны быть важными людьми для этих детей. И поэтому, именно поэтому мы работаем с местными организации, которые говорят вот, по их язык, которые знают культуру, которые остаются. Они по-разному найдут эти дети. Это может быть иногда вот как дорога к дому, у них социальный патруль, где они как-то вышли на улицы и в этих подвалах и куда-либо.
раз искали этих детей, или они организуют разные мероприятия, или, или выезжают в школах, или, ну, по-разному это бывает. Да. Ваш фонд в Украине уже не один год. Если посмотреть на картину в целом, насколько изменилась ситуация вот с тех, с того времени, как вы только начали с нами сотрудничать, или вот до сегодняшнего дня? Ну, я бы сказала, из-за того, что мы начали работать здесь 9 лет назад, тогда, ну, некоторые проблемы тоже, они как волны, да. Вот 9 лет назад проблема с количеством детей, которые жили на улице, это было намного больше. Но тоже, к сожалению, нельзя сказать, что с тех пор все время меньше и меньше, потому что это тоже, как сказала, волны. Мы заметили, что за это 9 лет понимание за деинституционализацией, именно что у ребенка есть права жить в семье, стало намного лучше. Сейчас только практические вопросы, тоже как это успешно сделать и побыстрее. Что еще? Ну, я думаю, что это, наверное, главное. Но я мне тоже кажется, что именно вот понятие и о том, что начинают говорить именно о жестокой обращении над детьми, больше. Потому что 10-15 лет тому назад мало об этом говорили. И говорили, и многие думали, что это только в как-то в несощищенных семей. Это не может происходить как-то в обыкновенных семей. И мне кажется, что все-таки уровень знания повышалось немного. И завершая нашу беседу, хотелось бы узнать, а вот как либо ребенок, либо вот взрослый, который видит несправедливое обращение, может обратиться или вот как-то какая-то обратная связь? Есть ли такое? Вид работы. Ну, социальная служба. Вот. То есть вы работаете и с социальными службами, они могут... Нет, мы не работаем. Но наши партнеры, «Дорога к дому» в Одессе, например, они работают с социальной службой. Она очень сильна, и они совместно работают, и их работа — это именно защищать дети, да? Если кто-то что-то узнает или тогда обратиться вот, в социальные службы. Ну, я тоже хочу сказать, что мы все могут быть такой человек, который может помогать ребенку, потому что мы все могут быть важным. Вот у нас всех есть дети в окружении, и очень важно, чтобы мы, ну, как я сказала, чтобы мы дали детям понять, что мы здесь, я здесь для тебя, если я что-то вижу, надо рисковать, сказать об этом и показать ребенку, что я здесь. Скажи мне, что да, каждый, в чем проблема, да. И слышать. Потому что иногда это такие большие вопросы, где действительно надо, чтобы органы власти то есть, принимали ответственность. Но иногда это просто вопрос о том, чтобы у ребенка было с чем-то говорить. Какая-то личная ответственность уже каждого человека. Да, совершенно верно. Каждый человек может стать этим человеком. Да. Спасибо большое вам за вашу миссию, за то, что вы делаете для украинских детей. И большое спасибо, что вы пришли к нам в студию. Спасибо. А я хотел бы напомнить нашим телезрителям, что вы смотрели проект «Встречи на Думской» на Думской ТВ. До свидания. Оставайтесь с нами.